167 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в 21 югорском муниципалитете в минувшие сутки. Лидер антирейтинга по-прежнему Сургут. Здесь 28 новых пациентов. Ханты-Мансийские тесты на коронавирус показали положительный результат 21 раз, в Нижневартовске 20. На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 26 зафиксирована пневмония, пятеро переносят заболевания без симптомов. Под наблюдением медиков сейчас находятся 11 156 человек. Состояние 108 врачи оценивают как тяжелое. 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем, за сутки от коронавируса вылечились 183 человека, что превысило число вновь заболевших. Таким образом, за весь период пандемии в Югре 58 742 выздоровевших пациента. В Югре увеличили размер вознаграждения за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Такое решение приняли на заседании регионального правительства. Так, если югорчанин добровольно сдаст правоохранителям единицу боевого, стрелкового или охотничьего оружия с нарезным стволом, он может рассчитывать на 7500 рублей. За служебное оружие полагается 6000, за обрезы, а также самодельное и переделанное оружие – 3000. Кроме того, в перечень предметов вооружения включили понятие «основные части оружия». Без них оружие не может использоваться, и они имеют идентификационные номера. Сумма вознаграждения за основные части – 1500 рублей. Это решение должно повысить заинтересованность граждан в сдаче незаконно хранящегося у них оружия. Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает работать в восточной части округа. На повестке дня – культурные, промышленные, образовательные объекты города Радужный. Как и накануне, в центре внимания – реализация национальных проектов. В рамках национального проекта образования планируют обновить два объекта. Например, столовую школу номер 8 собираются полностью реконструировать. Завершение работ назначено на середину августа. А вот политехнический колледж уже полностью капитально отремонтировали. Это, в общем-то, заметно по фасаду, по входной группе. Фасад привлекает новой плиткой, новым видом. Появилась на входной группе информационная бегущая строка. Полностью заменены окна на пластиковые новые. А если зайти внутрь, то можно увидеть замечательные аудитории. Кстати, в колледже сделано несколько перепланировок. Теперь стало значительно удобнее. В аудиториях новые батареи, новая мебель. Всего лишь середина лета, а уже колледж готов принять студентов. И можно им только позавидовать, потому что они будут встречать новый учебный год в замечательных условиях. Это видно невооруженным глазом. Правильно я вас понимаю, капитальный ремонт закончился, все работы, которые были запланированы, все выполнены, и мы уже протестировали. Все. Уже год прожили, Наталья Владимировна. Да. Сколько мы здесь принимаем детей? Детей надо, общая проходимость этого учебного здания 420 помещается. 400. В настоящее время у нас контингент после выпуска этого года составляет 322 человека. Губернатор продолжает работу. Впереди поездка в Центральную городскую библиотеку, прогулка по скверу имени Виктора Муравленко. Там сейчас тоже идут работы по благоустройству. Завершится рабочая поездка, онлайн-встречи с жителями Радужного. Наталья Комарова посетила строительную площадку будущей аллеи трудовой славы в Мегионе. Сейчас на набережной реки Мега ведут работы по благоустройству. В этом году здесь уже установили уличные светильники и архитектурные объекты. Среди них постаменты в виде раскрытой книги с именами первооткрывателей нефти. В планах за этот год озеленить территорию, обустроить тротуары, установить скамейки и урны. Окончание этих работ запланировано на сентябрь этого года. Здесь же в 2022 году планируют возвести скейт-парк. Этот проект победил в народном голосовании за объекты благоустройства городской среды. Также на аллее будут располагаться и другие спортивные объекты, такие как баскетбольная площадка и велотрасса. Поскольку вы готовились на федеральный конкурс, понятно, что привлекали горожан к проектированию, да? Да. Вот, и по сути своей весь этот содержание проекта – это то, что решили мегионцы. Да, Наталья Владимировна.
Депутат Государственной Думы Павел Завальный отчитался о своей работе перед избирателями в ходе поездок по региону. Уже проведены рабочие встречи с общественностью Белоярского, Октябрьского и Березовского районов. Всего за 5 лет работы депутатам на территории округа организовано 254 встречи с избирателями. Напомню, Павел Завальный возглавляет в Госдуме комитет по энергетике, в котором рассмотрели 75 законопроектов, из них 44 было принято. Один из последних – до газификации. Это актуальная тема для Югры. В регионе 10 тысяч домовладений не имеют доступа к газу. Павел Завальный рассказал о перспективах применения сжиженного природного газа. По его словам, в стране есть и необходимое оборудование, и поставщики. Можно решить проблему энергообеспечения всех населенных пунктов, которые находятся в пойменной части реки Обь и Сосьва, Северная Сосьва, включая Сарампауль. Не уголь таскать туда, а снабжать уже газом, более экологичным. Вот Сарампауль от этого угля, который используется в котельных, там снег черный порой бывает и так далее. Это все-таки экологическая зона. Это и дешевле будет, чем там мазут или солярка, и чем пропан-бутан. По моим оценкам, дешевле, чем пропан-бутан где-то раза в два, а дешевле, чем солярка, другие виды топлива в 6-8 раз. Поэтому такая экономика тоже должна работать. В Ханты-Мансийске приступили к проектированию сквера, который расположится напротив окружной клинической больницы. Новость опубликовали в аккаунте городской администрации в Инстаграм. В рейтинге объектов, которые подлежат благоустройству, эта территория заняла 3-е место по итогам голосования, проведенного в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Свои голоса за преображение общественного пространства отдали больше 1700 горожан. По мнению специалистов, территория будет использоваться в любое время года. Летом горожане смогут провести время с детьми на игровой площадке, поблизости расположат автопарковку и кафе с летней верандой. А зимой здесь будет одна из ключевых площадок новогодней столицы с катками и горками. Югорчане стали лучше разбираться в финансах. Итоги мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности жителей округа, обсудили на заседании Координационного совета. Сергей Попов, управляющий отделением Центрального банка России, отметил, что в Югре в более чем 500 образовательных организаций ввели финансовую грамотность в программу обучения. Югра заняла 7-е место в России в играх по финансовой грамотности, а югорские предприниматели сдали всероссийский онлайн-зачет по этой теме. В округе отдельное внимание уделяют финансовому образованию пожилых людей. Для них с 2013 года проводят бесплатные курсы «Университет 3-го возраста», которые можно пройти в 25 учреждениях социального обслуживания. Почти 14 тысяч рублей выманили мошенники у будущей мамы из Белоярского района. Там с заявлением в полицию обратилась жительница райцентра. Она рассказала, что нашла в социальной сети страницу, на которой продают детские коляски. 7 тысяч подписчиков и множество отзывов убедили женщину в добросовестности продавца, а потому она решила написать ему сообщение. Ей объяснили, что покупатель должен оплатить половину стоимости коляски и доставку транспортной компании, прислать реквизиты для расчета. На этом все общения с лжепродавцом закончилось. Пользователь даже ограничил обманутой покупательнице доступ к своей странице. Тогда потерпевшая связалась с людьми, которые якобы оставляли отзывы на странице, но те ответили, что никаких заказов в этом интернет-магазине они не делали. Возбуждено уголовное дело. Когалымские экоактивисты решили повторить эксперимент шведского изобретателя Ганса Форсберга. Инженер создал машину, которая выдает еду в обмен на крышечки, а после обучил птиц. Центр экоинициатив «Наш Когалым» планирует научить сороку собирать мусор за вознаграждение. Птицу привезли из Ханты-Мансийска, ее прикормили в одном из ресторанов. Там она и привыкла к людям. Теперь сама охотно идет на контакт. Пернатая уже учится выполнять несложные команды, развязывает узелки и изучает предметы вокруг. Для птицы уже сделали механическую кормушку, которая выдает лакомство, когда она нажимает на рычаг. Впоследствии ее заменят на электронную. Также к эксперименту планируют подключить и местных сорок. Человек, который ухаживал за ней, сказал, что она собирала и приносила им в обмен на лакомство окурки от сигарет. Вот. Ну, мы, когда гуляем, она проявляет интерес к окуркам, но больше к шишкам. Шишки она любит и приносит. Это привлечет вообще внимание к проблеме чистоты в наших лесах, на наших улицах. Вот. И кто-то, может быть, задумается о этичной стороне этого вопроса и скажет себе, ну, еще не хватало, чтобы сорока за мной мусор убирала.
Югорские легкоатлеты завоевали еще 10 медалей на всероссийских стартах. Речь идет о спортсменах с нарушением слуха. Очередной соревновательный день чемпионата и первенства России, который проходит в Чебоксарах, принес копилку нашей команды награды разного достоинства. Старшие спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В соревнованиях среди юниорок до 20 лет сургутянка Елизавета Савочкина стала первой в метании диска, запустив снаряд на 20 метров 48 сантиметров. Отличились и атлеты, возраст которых не старше 18 лет. Там 2 медали наивысшей пробы у Оксаны Коваленко из Сургута и у Максима Захарова из Излучинска. Спортсмены отличились в метании молота и диска. Всего за 3 соревновательных дня в копилке югорчан 19 наград.